полное описание и точные даты выхода первой и второй серии второго сезона сериала «Паромщица». Первая и вторая серии сериала выйдут в эфир 29 мая. В новых сериях мы увидим: строительство коттеджного поселка «Долина мечты» почти закончено. Максим Милорадович приводит Надю в новый, только что построенный дом и предлагает выйти за него замуж. Бывший муж Нади, Лев, выходит по УДО, но не может найти работу в городе. Он думает уехать в Москву, попытать счастье там. Сын Льва и Нади, Костя, ждал возвращения отца из тюрьмы 2 года и теперь расстроен, что он снова уезжает. Бывшая жена Макса, Елена, привозит в Излучинск дочку Полину. Но вскоре мэр Поляков сообщает, что Долина мечты подлежит сносу. В Долине мечты начинается пожар. Надя видит велосипед сына рядом с одним из горящих домов. Макс бросается в огонь. Долина мечты сгорает полностью. Во время пожара погибает прораб Денис Митрофанов. Соня Хлунова с сильными ожогами находится между жизнью и смертью. Следователь Новиков подозревает, что поселок мог поджечь Макс. У него был мотив – получить деньги от страховой компании. Первая и вторая серии сериала выйдут в эфир 29 мая. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будете в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.